Со вступлением изменений в 54-й федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники у налогоплательщиков появляется большой ряд преимуществ, таких как регистрация удаленно контрольно-кассовой техники по средствам связи сети интернет, нет необходимости больше приезжать в налоговый орган. Также к плюсу можно отнести тот факт, что отменено ЭКЛЗ, и теперь фискальные накопители будут устанавливаться в кассы. Значит, меняться фискальный накопитель будет раз в 3 года, у него увеличенный срок службы. Таким образом снижаются расходы на центры технического обслуживания, налогоплательщик больше может не нести эти затраты. Будет применяться рискоориентированный подход к проведению плановых проверочных мероприятий. Соответственно, количество проверок уменьшается, а результативность их увеличивается. Также стоит отметить, что индивидуальные предприниматели, находящиеся на системе налогообложения «Единый налог на вмененный доход», будет предоставлена возможность получения налогового вычета при покупке онлайн-кассы.